дождались. Вы очень давно не виделись. Ребята, ребята, я наконец-то познакомлю вас со своим парнем. Подождите, я ставку ставлю. Жанибек. Да убери, заебал, я же говорю, ставку ставлю, ё-моё. Сейчас бабки пройду. Кто мне как это поставит бабки? Ты мне поставишь бабки? Бля, басходим уже, сука. Блядь. Ладно, блядь, палка. Пойдёмте, что там будет, нет? Брат, что пить будешь? Воду, сок, колу? Жопу, бля. А? Ампулда. Колу, конечно, харай сунгой еще, ебать. Куда, на новоселье пришел или куда? На, в каторгу, может. Не буду, блядь, колу пить, нахуй, это же сахар, сука. Ну что, может, мафию сыграем? О, давайте, обожаю эту игру. Давайте, давайте. Давайте. Ну, я раздам. Бля, я мирный. Не, давайте в другую игру. Ну, тогда давайте дурака. Давай. Да, да, давайте. Итак, козырь у нас черви. Пизду, война мамина. Че, нормально не мог перетасовать? А руки с жопы росли, что ли, а? Нормально, козырь нельзя выбрать. Кто вообще это готовил? Это новоселье или шашлык? Нормальный тамах джимс бабагун? Че это такое? Это кто готовил? Ты готовила конкретно? Ты встань? Встань ты конкретно. Не могли что-нибудь едпень там поставить на стол, нет? Вот это что за печенье, это кола, блин, нормально. Тамах джимс бабус умерди? И вот это вот дента-торт, что поставили в центр, как будто вот приготовили что-то. Это мы его поставили конкретно вам. И у вас в холодильнике что-нибудь есть хотя бы нормальное? Что за хуйня вообще? Так, бжитн брнаси барма. Вот это вот Ролтон. Кто это в холодильнике Ролтон держит? Ебанулись что ли на? Вот это вот кто не допил? Я должен допивать что ли на, по-вашему? Или сархат деба алкитимбана? Блядь, так. Молоко это что за на? Кто прокисшее молоко держит в холодильнике? Ебанулись что ли, сука? Блядь. Заебали вы меня уже, сука. Шуаша, нет, не беспокойтесь, на. На прошлой неделе лично стирал. На. Чище, чем твой ебальник, сука. И хата у вас, конечно, хуйня. Домофон еще не открывайте, это я заказал доставку. У меня хобби такое есть. Я доставщика вызываю, да тало не открываю же. Так из-за меня трое уже работы лишились. Идею только не воруйте, сука. И все. Парни, давайте все на исходную. И начнем. Раз, два, три. Все, я так больше не могу! Я устал! И мы что делаем? Дегтярия, не издеваться, наверное? Чем мы занимаемся? Что мы делаем? Чем мы занимаемся, ребята, скажите? А? Меджас мутс мескигель? Или нет муах, ну же диван отрываем, кто отрмен, родной? Че там, дева отрма? Поппи, джейпоки, зикр, амарасы же! Вас не смущает, что даже я ваших имен не знаю? А? Ты в жопе кое-что. Какой жопик? Не назвай меня жопик! Жопик, у меня свое имя есть. Атанам нунгойган атвар. Меня Гарифула зовут, между прочим. Ты знал? Я вообще мечтал стать хирургом. А не в конце каждого видео вот это жопой движение делать. Какого хрена? Я просто уже 10 лет кормлю свою семью за счет вот этой жопы, понимаете? Я за вот этой жопой уже налоги оплачиваю. Я уже на улице хожу, ко мне дети подходят и говорят: «Жопик, жопик, можешь вот это сделать, на?» Жопа везде, она меня преследует уже, я уже жопа, понимаете? Уже даже мама говорит: «Может, тебя так и переименуем, жопик тебе?» Говорит, так может больше подходит, я уже не могу. Братан,
жопу не трогай. Она на контракте. Да, прости, я забываю вечно. Братан, посмотри на нас. Мы и сами уже давно не дети. Вон Поппи, например. 45 лет мужику. И в этом году у него наконец получилось осилить месячные алименты. И это не благодаря Поппи, братан. Это благодаря твоей Поппи. А Зикр? Благодаря тебе ему наконец одобрили кредит на Кобальт. А Марус уже вообще бы не выпустили из тюрьмы под залог, не будь твоей жопы. Ты хоть понимаешь, что твоя жопа в буквальном смысле спасла его жопу, брат? А если уж говорить обо мне, о твоем старом добром Джей Похи, я даже не знаю, как тебе это сказать. Даже чуть волнуюсь, честно. Мы с женой ждем третьего. О, он шутит? Знаешь, как мы его назовем? Жопик. Почему вы не говорили мне? Негодяи, идите ко мне. Давайте нашу. Мы 4 сезона и жопик. За нас любые тюрки топ. Қыған теңіз аралды арқалап сені жағады толқыннан шашып мөлдірін оралшы махаббатым мені. Кеш батып Техно-Мехно представляет 24 августа. Барбара вас ждет МС Конча, Белка и наш иностранный гость из самой Словении Диджей Шлюмпи. Йо-йо-йо, Алмата, всем салем. 24 августа ждите меня, Диджей Шлюмпи, и моего кореша, Диджей Бараба. На первомайских прудах, йоу. Если ты парень, то тащи свой бэй обязательно к нам. Если ты бэй, то тоже приходи обязательно. После 23.00 я освобождаюсь и еду на тостах за кладом. Просто посмотришь за шухером. Йоу, Бараба, бро, тебе есть что сказать? Я же записываю пригласительный, бро, для наших фанатов, бро. Диджей Бараба в своем репертуаре, как обычно. Так вот, йоу, о чем я? А, да. 24 августа обязательно приходите, бэй. Бэй. Я жду вас всех. Всем салют, всем рахмет. Я буду вас ждать. Это реакция моей мамы на мой новый трек. Всем салам. Мама, может, не надо? Как не надо, мам? Это же мой новый микстейп Трэпстар Аубакиров. Йо-йо. Давай, убери камеру. Давай серьезно поговорим. Как убери камеру? Говори здесь. У меня нет секретов от моих фанов. Мама, я третий месяц с тобой уже, Адамша, поговорить не могу. Что это такое? Ходишь где-то шляешься с этими вонючими рэперами, курите какой-то шпек. Чш, мам, ты же пропустишь дроп. Да ну и в этот твой дроп. И вообще я хочу тебе сказать, что мы с твоим отцом разводимся. Между прочим, по твоей вине. К твоему отцу у меня вообще претензий нету. Я думала, проблема в нем или во мне. Оказывается, это ты всю нашу семью разрушил. С того момента, как ты стал читать рэп, мы ни дня нормально не сидим. Утром ты снимаешь тиктоки, вечером ты записываешься. А тут я, папа, бабушка, дедушка, братишка, мы все мучаемся, чтобы в твоем Spotify было 3 слушателя. А мы-то живем в однушке. А что мне остается делать? Я здесь больше оставаться не хочу. У меня круглосуточные панички из-за твоих демок. У отца депрессия. Заставил его тверкать в ТикТоке. Бабушка с дедушкой сами просятся в дом престарелых. Один братишка, вот он, сидит, нас всех зарабатывает, кормит. Ты бы у него хоть поучился чему-нибудь. Алло, Байка, я так подумал, переводи все в эфир. Ладно, мы с отцом. Зачем Аташку-то трогаешь? Человеку 80 лет. Заставил делать сальтуху для своего челленджа. Он, бедный, пришел ко мне в слезах. Говорит, меня фашисты так не мучили. Это все ладно. Но зачем ты заставил мне делать вот это? Сказал, это трэп, это трэп. Это вообще не трэп.
И сколько может это продолжаться? Это что такое? И в кои-то веки у тебя появился такой интересный трек? Да это я все равно придумал. Ебаси, я так и поняла.